туда руку засунуть и посмотреть, что внутри этого хаги, внутри. Так, малыш, аккуратно сейчас. Эй, что-то меня тянет внутрь. Эй, ну-ка, дай руку. Руку, да, дай. Эй, ты что кусаешься? Что-то меня засасывает. Что-то внутрь засасывает, ребят. Какой-то там, не знаю, пылесос или какая-то воронка образовалась. Ай, надо руку. Ай, сейчас силой попробую. Всем привет, с вами Нубастер. Ставь скорее лайк, потому что это будет просто бомба, а не видос, а это хаги. Я его нашел, ребят, мне его прислали, посмотрите. Вот это да, хаги слайм, желейный хаги слайм, я в шоке просто. Давайте сразу посмотрим, я сразу заметил, что у него лежит что-то во рту. Это что, зуб? Ничего себе, какой зуб, у меня совершенно не такой зуб. Смотрите, какой громадный зуб. Ты что, зубы не чистил, Хаги? Что у тебя зуб-то вывалился? Ребят, ничего себе. Зуб просто с размером с палец. Ничего себе. А ты что такое? Посмотрите, это же... Похоже на микросхему, Хаги. Я так и знал, что внутри этой игрушки скрывается какая-то микросхема. Она и управляет. Управляет этой игрушкой Хаги, поэтому она такая жестокая и злая. Ребят, посмотрите, как хорошо проработана микросхема. Это означает, что... Сделали какие-то ученые. Не могла же просто так микросхема сама создаться. Посмотри, здесь просто все в слайме. Все. А это что такое? Смотри, здесь что-то заклеено, приклеено. Может, какая-то записка? Нет, это просто скотч. Ребят, все в слайме. Фу, все липнет, короче. Мы с этой микросхемой еще разберемся. А это что такое, ребят? Если здесь покопаться еще немножко в этом слайме. Липком, безумно липком слайме. Сколько здесь в нем клея? Я не знаю, ребят, посмотрите, это что такое? Посмотрите, я что-то нашел. Нашел еще сбоку. Нашел внутри сбоку слайма. Похоже на какие-то ногти. Ногти, это ноготочки слайма. Посмотрите, ребята, ногти Хаги. Вот это да. Но они не сильно острые. Да, он не может нас поцарапать, но это реально, реально ногти. Посмотрите, ребята, здесь их как раз 5 штук. Ведь у него 5 пальчиков. И ну, хотя у него там варюшка, но я думаю, у него 5 пальчиков. Ребят, посмотрите, ничего себе, здесь тоже я нашел кучу его ногтей. Я думаю, что если я полезу еще глубже в этот слайм и найду что-то, я увижу, что там их очень много. Давайте посмотрим. Реально, посмотрите, глазик-то у него отрывается или нет. Да, вот такой вот, ребята, слайм Хаги. Все у него можно посмотреть подробно. Обалдеть, ребят, посмотрите, какой глаз. Вот он им видит. Видит нас и за нами гоняется вот таким вот глазом. Ничего себе, ребята. Вот это да. Из какого материала он, интересно, сделан? Ладно, неважно, ребята. Мне что-то не по себе, мне немного жутковато. Давайте, знаете что? Давайте попробуем, короче, туда руку засунуть и посмотреть, что внутри этого Хаги, внутри. Так, малыш, аккуратно сейчас. Эй, что-то меня тянет внутрь. Эй, ну-ка, дай руку. Руку, да, дай. Эй, ты что кусаешься? Что-то меня засасывает. Что-то внутрь засасывает, ребят. Какой-то там, не знаю, пылесос или какая-то воронка.